Pero mira esto, como es una ropa. Se cae todo el otro. Тогда ты просто убери за ручки, просто там. Договорились? О, давай мы дальше договоримся. Ты будешь трубу танцевать. Давай с нами весь. О, сколько кота. Ну, так. Для того, чтобы этот танец танцевать, который, кстати, называется Трубл Дракули, по одним из источников говорится, что этот танец пришел из далекой Румынии. И в переводе на русский язык Трубл Дракули – это как дорожка дьявола. И люди из Средневековья верили, что когда ты допоздна засиделся в корчме, когда тебе идти домой через лес, а там целая куча всяких волколаков, дьяволов и далее, то если танцевать этот танец, можно домой идти спокойно, даже и вот так. Можно не бояться ничего и никого, ни дьяволов, ни его приспешников, ни волков, ни комаров, ни полиции, ни жены, вообще никого. Поэтому в ваших интересах это сделать. Давайте все дружно найдем правую ножку. С правой ножки мы делаем три приставных шага в правую сторону. И раз, и два, и три. После чего мы берем левую ножку и давим двух тараканов. При этом кричим «Хоп! Хей!» А давайте все вместе, громко-громко, и «Хоп! Хей!» А давайте так, чтобы девушки все услышали, и «Хоп! Хей!» А давайте нам все помогут. Давайте. И... Вот теперь хорошо. То же самое, только мы сейчас с левой ножки идем в левую сторону. Раз. И два. И три. Право. Раз. И два. И три. Влево. Раз. И два. И три. Право. Раз. И два. И три. И так, пока все тараканы не закончатся. Это первая часть танца, она абсолютно несложная. Я ж надеюсь, вы не устали еще? Это хорошо. Потому что вторая часть, я вот тут немножечко соврал, сложно будет. Это будет средневековый брейк-данс. Нужно немножко приподнять руку в локтях. Не хэнде-хох, а немножко в локтях. Берем нашу многострадальную правую ножку. И мы с левой ножки как будто перекатываемся на правую. И раз, при этом ручки вниз. Потом обратно на левую два, ручки вверх. И еще назад на правую три. И на левую четыре. Я это учил 3 недели. Как это обычно заберутся, я не знаю, но мы постараемся. И еще разок. Правая, левая, 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 правая, левая. Продолжаем. Правая, левая, правая, левая. На самом деле так делается 3 раза. После чего мы правой ножкой делаем хоп-па-ча. В общем, право тараканы, влево тараканы, право тараканы, влево тараканы, брейк-данс. Если что, у нас есть вот такая прекрасная девушка Аня, которая может нам все показать, рассказать и объяснить. Удачи вам! Ну, а сейчас они танцевать будут? Дайте посмотреть. Hey!
Mūsu viesiem no Minskas, kas speciāli ir atbraukuši mūsu izklēdēt Rīgas svētkos, tāpēc personīgi no mūsu klubiņā un Rīgas iedzīvotājiem mēs viņiem gribam pasakot tradicionālo mūsu Rīgas dzērienu Rīgas valdā. Iembaidām. Paldies aplausu viņiem!